И можно еще будет накормить курочек семенами. Все. Так, а ну-ка, у меня вот здесь еще место такое нехорошее. Давайте исправим. Так, и вот здесь, смотри, много очень грядок. Давай, кусай его. Убей его, убей его. Так, я пока буду дальше садить. Ой, молодец, песик мой. Я тебе косточку потом дам. Потом, только не сейчас. А заграждение сделаем вот здесь, ребята. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Ду-да-плей. И я с вами Нубик. А, ну что ж, давайте поиграем сегодня. А, так, вот мой песик Полкан. И кошка. Кошка почему-то из черной стала беленькой. Она у меня здесь живет, бегает, убегает от меня. Кошка. Кошку, как назовем кошку, ребята? Напишите в комментариях, как мы назовем кошку. Она немножко дикая. Все время убегает от меня. Сумасшедшая. Кошка, ты чё? Она хочет убежать отсюда, да? Ладно, сиди здесь, защищай домик. Да, немножко она какая-то сумасшедшая, ну да ладно. А я хочу сегодня построить вот здесь небольшую такую вот ферму. Ферму? Нет, огородик я здесь хочу, ребята, построить. Так, это, иди, полкан, отсюда. Не мешай мне строить. Так, сейчас построим. Такой вот будет у нас небольшой сад. Ой, здесь не надо. Так, две штучки сюда. И надо будет водичку куда-то. Ну, водичку, наверное, сюда мы нальем водички. Здесь будет водичка. Так, главное мне сейчас сделать лючки. Так, давай, песик, водички наберем. Где у меня... А, у меня в домике, ребятушки, есть ведерко. Давайте возьмем ведерко. Где? А, вот оно. Вот ведерко. Два ведерка возьмем. Так, землю пока сюда поставим. А, водичка у меня вот здесь есть. Давайте наберем здесь водичку. Вот. И будем сюда наливать водичку. Раз. Два. О, нормально берется. Отсюда. Так, и еще сюда. Все хорошо. А теперь нам нужно с вами, ребятушки, сделать вот что. Так. Нам нужно сделать верстак, который я поставлю вот сюда. Нет, вот сюда поставлю. Вот сюда поставим верстачок. И нужно сделать будет нам, ребята, такие лючки. Так, это не то, это не люк. А, вот это, наверное, березовый люк. Да, давайте возьмем березовый люк. Так, сколько у меня тут? А, подожди, это мне не надо, алё. Все-таки сделались, да, эти полублоки вонючие? Ладно. Вот такие вот у нас будут лючки здесь. Может быть, конечно, надо было не березовые делать, а какие-нибудь другие. Подожди, песик, у меня... подожди-ка. А где мой топор? Вот он. А давай возьмем не березовые будут лючки у нас. Ох ты! Нифига, дерево выросло. Смотри, офигеть. Интересно. А возьмем вот это вот дерево. Что-то я уже и кушать хочу. Надо что-то сейчас покушать, сходить, сбегать. Не знаю, что бы покушали бы мы. Так, давай здесь еще возьмем. Здесь дерево. Будем такие вот лючки делать. Не знаю, получится у меня или нет. Ну, березовые люки какие-то они странные. Давайте сделаем из дубовых досточек люки. Вот они. Так, 12 штук. А ну, сейчас посмотрим, как они будут выглядеть. Да, тоже какие-то они странные. Ну да ладно. А ну-ка. Так, березовые мы уберем отсюда. Они здесь не к месту. Не знаю, может, а здесь березовые, может быть, оставим? Или тоже? Ну, ладно, пусть будут. Так, слушай, мне нужна мотыга. Вот она, мотыга наша. И здесь мы сейчас сделаем нашу землю. Так, а ну-ка, все.
Теперь нам нужно, ребята, семена. Семена. У меня семена в другом месте. У меня в домике семена. Сейчас я пойду, может быть, ягод поесть. О! Хорошо. Сейчас ягодки соберем. И поедим их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пришлось залезть туда. Так, 11 ягод, ребята. Давайте покушаем ягодки. Восстановим здоровье. Хорошо, ягодки хорошо восстанавливают наше здоровье. Наш голод, во-первых. О, поели мы хорошо. А, мне нужны семена. Ребятушки. Так, а ну-ка. Давай люки сюда поставим. А, сюда не ставится, ладно. Вот так вот. Кошка у меня кричит там. Вот семена. Хорошо. Так, а ну-ка, полкан, не мешай мне. Не бегай. Сейчас мы посадим сюда пшеничку, пусть растет. Нет, не хватило мне, слушай. Не хватило пшенички. Пошли, соберем еще этих самых. Как он называется? На моем огородике в основном. О-о-о! А тут, ребята, смотрите, сколько много у нас пшенички. А знаешь, как можно собирать легко? Короче, берешь вот так вот воду, разливаешь. По идее, должно получаться. Нифига. Так, а ну-ка, сейчас. Может, наверх положить? О, смотри. Ну, конечно, не так, как я хотел. Не так, как я задумывал прям. Так, это что-то не получается у меня. Во! Сейчас немножечко вот здесь. Ой, хорошо, вот сейчас получилось. Вот, смотри, как хорошо. Убирается все, да? Ох, нифига, прикольно. Сейчас еще здесь сделаем. О! Нормально, смотри, мы тут весь огород сейчас уберем с тобой. Ой, хорошо, убирается. Так, а здесь не очень хорошо почему-то. Вот этот огород пока мы не убрали, ладно. Давайте соберем, что у нас собирается здесь. Много всего интересного. Так, а у меня места уже нету, смотри. Песик. Давайте уберем ведра. Так, вот это все тоже уберем, что мне здесь не нужно. Надо потом здесь сделать мне, слушай, немножечко. Надо будет еще один мне поставить. Этот самый. Забор. Не забор, а... господи, как называется. Ну, вы поняли, ребята. Вы поняли, что ничего не поняли, да? Так, давай быстренько это все уберем. Так, песик, ты мне тут не мешай. Мне нужно сейчас все это будет садить. Посадить. Огородик мой. О! Пёска, ты бы здесь не бегала бы, а? Не мешала бы мне. Вот сколько я пшеницы здесь взял. Я сейчас, наверное, буду, ребята, с вами коровок или овечек искать. И сделаем ферму овец. Ох ты! Смотри, сколько у меня саженцев много. Ага. Это хорошо. Сейчас мы это все быстренько посадим с вами, ребята. Пшеничку. И можно еще будет накормить курочек семенами. Все. Так, а ну-ка, у меня вот здесь еще место такое нехорошее. Давайте исправим. Так, и вот здесь, смотри, много очень грядок. Давайте здесь еще посадим. Ой, здесь пшеничка тоже растет. Ну все, хорошо, отлично, засадили мы пшеничкой и все. Так, пёска, ты что здесь уселась? А здесь нам надо будет посадить деревья. Вот эти саженцы, они отлетели, аж представляешь? Представляешь, ты, пёска, здесь будешь сидеть, да? Я тебе что, посадил, что ли? Пошли давай. Пойдем, а дальше здесь нужно будет садить пшеничку. Ага, так, а что у меня здесь ягоды-то? А, от воды они получаются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, а ну-ка, подожди, давай сюда дальше садить пшеничку. Во.
Хорошо. Здесь у меня такой вот будет огородик. Давайте покормим наших курочек. Все, и они нарожают нам много цыплят. Так, спасибо, курочки, вы хорошо потрудились. И здесь, я не знаю, ё-моё, уже вечереет. Пёска, пошли домой спать уже быстрей. Наша котя там кричит вовсю. Рыжая. Рыжая котя. Так, а ну-ка, привет, котя. Ты чё бегаешь? Чем тебе покормить? Давайте я яичком покормлю, иди сюда. А, ладно, бегай. Сумасшедшая котя бегает, ничего не знает, что ей делать. Надо мне построить, слушай, загон для овец. Сейчас я пойду искать овечек, во-первых. О, смотри, что там? Огонь какой-то был. А, вон горит этот скелет. Сейчас он умрет. Ах, нифига, скелет залез на эту штуку. Прикинь, давай, пёска, кусай его. О, косточки, косточки, пёсику моему. А тебя я сейчас щелкну. О, давай, пес, нападай на него, полкан. Давай, ой, молодец, убил. Хорошо, мне это нужные вещи. Вещи эти мне нужны. Так, а здесь я бы убрал бы вот эту штуку. Сейчас попробуем топором. И мы их в другое место с вами, ребята, посадим, потому что здесь уже место для кактусов. Совсем не камильфо. Это я делал против зомбаков, чтобы зомбаки сюда не шли. Но мы, возможно, поставим и в это в другое место все. Так, давай, знаешь, куда эти поставим штуки? Кактусы. В это место. Вот здесь как раз, смотри, вот кактус растет. Я сейчас буду вот так вот делать. Так, пес, убей его. Убей его, пес. Давай, кусай его. Убей его, убей его. Так, я пока буду дальше садить. Ой, молодец, песик мой. Я тебе косточку потом дам. Потом, только не сейчас. А заграждение сделаем вот здесь, ребята. Вот такое вот заграждение. Тихо, ты там не ходи. А то еще умрешь. Пошли сюда. Пойдем, 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 пойдем. Не сиди там. Ладно, пусть сидит, как хочет. Такое небольшое ограждение от всяких плохих мобов. Где их там нету? Так, дальше строим, ребята. А потом кактусы, они вырастут. И будет хорошее ограждение. Так, у меня еще дофига кактусов, офигеть. Хорошо. Они потом вырастут, ребята, будут высокие. Все. Посадили, пошли быстрее за овечками. Вон овечки. Кстати, как раз мне нужны беленькие овечки. Сейчас мы их позовем. Одна овечка, а вот вторая бегает. Давай, давай, иди, идите сюда ко мне. Все. Так, овечки готовы, две штуки. Сейчас мы их сделаем загончик. А загончик, я думаю, мы где-нибудь рядом с домом построим. Так, все. Давай, пёска, гони их. Вот эту особенно, что-то она медленно идет. Все, сделаем загончик возле бамбука, вот здесь напротив будет у нас загон для овец. Но я думаю, может быть, сделать даже не загон, а яму. Так, все, овечки, пошлите сюда. Так, я сейчас быстро вам накопаю ямку сюда. Потом я вам сделаю загончик нормальный, чтобы. Так вот, эй, пошли. Пошлите сюда в ямку. Так, главное, чтобы они сюда упали. Нет, они не падают, смотри, ребята. Пошлите. Так, хорошо, давайте мы вас сейчас посмотрим. Вот так, есть маленькая овечка. Так, а ну-ка, я сейчас быстренько буду. Тихо, не иди, ты там сиди. В загоне. Я потом доделаю загон, подожди. Все, овечки у меня здесь, и мне нужно будет сделать загон из палочек. Давайте возьмем. Я не знаю, вот эти палочки возьмем. Это у меня же, получается, тростник растет здесь. Как раз у меня тут куча палочек будет, ребята. Ох, нифига они там сыпятся. А мы их насадим потом, ничего, не переживайте. У меня здесь специально они растут для палочек. А палочек нам для забора нужно много.
Они растут прикольно, их даже поливать не надо. Нифига, песок. Пёска, смотри, сколько палочек бамбуковских. Давай, быстренько все соберем. Какие-то они подсвечиваются желтеньким, нет? Или это у меня что-то уже с глазами? Да, ребята. Все, собрали все палочки. А теперь давайте их посадим назад. Ограждение сделаем. Где они у меня были? Чтобы у нас зомбаки сюда не проходили. Вот так вот. Хорошо, вот отсюда. А ну-ка, а здесь ничего не попадало вниз? Не, нормально все. И пошли забор делать для овечек. Песик мой. Нифига, сколько палочек, офигеть. Так, давай акации сразу возьмем. Так, и палочки делаем. Раз. Палочки. Два. Три. Четыре. Пять. Все, максимальное количество палочек мы сделали. Теперь делаем забор. Вот так делаем, вот так и вот так. Акациевая калитка получилась. Ё-моё! Нафиг мне калитка. Акациевый забор. О, отлично. 27 забора у нас есть. Хорошо. Теперь будем делать, ребята, для наших овечек место. Давайте здесь немножечко уберем песочек. А, ну, в принципе, ну давай еще улучшим, увеличим. Увеличим, чтобы забор был побольше у нас. О, не забор этот, овцеферма наша. Вот так вот. Все, ребята, готово. Скоро будем делать заборчик для наших овечек. Такая вот у нас ферма, овечья ферма. Ну а сегодня будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.